В сегодняшнем видео речь пойдет о том, зачем и почему Даня Аксенов приехал ко мне в Питер буквально на один день. А для начала расскажу такую предысторию. Я смотрю одну из игр Самары, это первая половина декабря, и замечаю, что Даня играет в наколеннике. Он никогда не играл в наколеннике, у меня сразу в голове, что случилось, почему так, зачем ему нужен наколенник. То есть здесь мне, как тренеру, важно, чтобы я следил за всеми мелочами, которые происходят в жизни игроков, с кем я работал, будь то летом или же в сезоне. И поэтому первым, что я сделал, это сразу написал Дане и спросил, в чем дело, почему ты играешь на коленнике. К сожалению, мы проиграли Ревде. Не самая простая команда для нас была. Неважно, где мы играем, дома против нее или на выезде. Всегда получаются такие сложные матчи. Жесткие, неуступчивые. Сейчас трудно объективно сказать, чего не хватило на самом деле. Именно командными какими-то вещами, потому что в целом-то мы проиграли за две игры всего одно очко. Вот, я думаю, что мы все правильно делали, просто где-то не забили, там штрафные, помню, много намазали, там легкие очки, вот, все решают такие какие-то детали. Но если брать лично меня, то не помог команде так, как на самом деле мог и хотел. Я не помню момент травмы, то есть его как такового не было, потому что оно заболело само собой, после какой-то тренировки, как раз перед тем, как выезжать в Ревду на две игры. Сначала был легкий дискомфорт, но с каждой игрой, с каждой тренировкой все становилось хуже, и я не мог понять причину, потому что никакого удара не было, ничего такого, что могло повлиять на колено. Думаю, этот фактор не особо сыграл вот в этих двух играх. Вот. Может быть, конечно, где-то в глубине я и переживал, но когда выходил на площадку, я, конечно же, об этом не думал. Я поехал в Санкт-Петербург, потому что у меня все еще болело колено уже в течение месяца, и в Самаре я не нашел возможности решить эту проблему, поэтому я обратился к Васе с просьбой помочь мне посоветовать какого-либо специалиста, неважно в каком городе. Когда я узнал, что Даня травмировал колено и играл с этой травмой, мне сразу важно было узнать, когда это произошло, каким был механизм травмы и какие на данный момент есть ограничения. Я начал думать о том, кто из специалистов способен помочь. И вариантов было два. Один доктор находился в Москве, второй в Санкт-Петербурге. В итоге мы решили остановиться на Питере, потому что так и я бы мог сходить на прием вместе с Даней. И помимо этого у нас могла бы быть возможность для каких-то дополнительных тренировок. Он мне посоветовал Кирилла, который находится в Санкт-Петербурге. И сразу, практически после того, как закончилась крайняя игра в регулярном чемпионате 2020 года, я через день, по-моему, 27 или 28 декабря улетел в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с этим специалистом и заодно потренироваться с Васей. Буквально за день до приезда получаю сообщение от Дани, что-то вроде «Вась, мне сделали инъекцию в колено, в ближайшие день-два я не смогу тренироваться». И у меня в голове две мысли. Первая – это «Почему? Сейчас? В смысле? Как? Зачем?». А вторая моя мысль – это «Хорошо, сделали инъекцию, нужно уметь подстраиваться под ситуацию. Я же этому как раз и учу всех ребят, с кем я работаю». Поэтому подумал и сказал ему про такой вариант, что мы можем потренироваться. Единственное, эта тренировка будет, по сути, шагом. И нам нужно будет четко обсудить, что и зачем мы делаем. Не беги пока. Лучше шагом. Понял. Я считаю, что можно прибавить и от одной тренировки, поэтому важно было успеть в один день и потренироваться с Васей, поработать над какими-то деталями и успеть Кириллу, чтобы он меня тоже посмотрел. Я все равно сторонник того, что чем осознаннее ты подходишь к тренировке, тем больше будет ее польза. И это вне зависимости от того, бегаешь ты на 100% и весь потный, мокрый, или же ты просто ходишь шагом. Но в то же время я не хотел давить и повторять ему, что да, нужно тренировку провести обязательно. Нет, то есть здесь мне важно было сделать так, чтобы это будет его решением. И буквально день приезда я получаю, наверное, в 7 утра сообщение. Я так понимаю, что он как раз в этот момент летел уже из Самары, ждал посадку.
получаю от него сообщение, что я готов, во сколько у тебя есть время, во сколько мы будем тренироваться до похода к Кириллу. Он слегка подспущен, поэтому сильнее стучать надо будет. Ну что, мы будем делать эпизод из Питера тоже? Реалити-шоу Даниила Аксенова. Понятно, что за час в баскетбольном зале невозможно сотворить какое-то чудо, но возможно обратить внимание на какую-то мелочь, над которой затем игрок будет работать самостоятельно, которая в будущем даст результат. Что мы, собственно, и сделали. Лучше меньше переводов, но чтобы они были короче и быстрее. Прям вот сосредоточься, да, на двух. И цели у нас было две. Первая – это улучшить контроль мяча, особенно в ситуациях, когда защитник играет прессинг и выбивает мяч, то есть чтобы вот в таких ситуациях у Дани был контроль над мячом. Ну и здесь мне пришлось подумать, что же сделать, вот чтобы упражнение могло хоть как-то перенестись на площадку, потому что стандартное упражнение на дриблинг Дани уже делал достаточно хорошо. Так пришла идея с резинкой. Но с закрытыми глазами, и у тебя только 5 связок. Ну, то есть, 5 раз маятник кросс-кросс. После каждой можешь отдыхать сколько хочешь. Раз. Два. Три. А второй целью было улучшить вариации завершения из краски, плюс при этом еще, чтобы Дани видел передачу, особенно передачу в углу. Но и понимая, что он приехал только после инъекции в колено, мы не могли повышать интенсивность. Поэтому здесь мне нужно было усложнить упражнение различными вариациями работы ног. В видео четко видно, что мы вообще никуда не бежим. И по сути, все, что мы делаем шагом. Вместо скорости мне важно, чтобы Даня четко понимал, куда и под каким углом он делает шаги. И по сути, чтобы в любой ситуации на тренировке он мог закрыть глаза, представить, что он сейчас делает, куда он сейчас идет, и повторить это то же самое, но закрытыми глазами, чтобы когда он открыл глаза, он действительно понял, что он оказался как раз в том месте, где он запланировал. Ну а броски и защита – это главная изюминка наших тренировок. Понятно, что в игре будет крайне мало ситуаций, где придется бросать с такого угла. Но если подумать, то же самое будет происходить при проходе в краску, когда ты пытаешься перебросить большого. То есть, если ты недостаточно высоко поднял траекторию и не смог рассчитать, насколько высоко защитник выпрыгнул, то это будет блокшот. Абсолютно любая работа, которую вы сделаете, она может повлиять на ваш конечный результат. И на эту тему мне нравится одна из мыслей тренера по тяжелой атлетике Грега Эверетта, который говорит, что возьмем дистанцию в 1 километр. Каждый шаг, который вы делаете, с которым вы не дошли до этой дистанции, до финишной прямой 1 километра, по сути, этот шаг можно считать неуспешным или провальным. И здесь то же самое. Это одна тренировка, она не сделает из вас какого-то игрока уровня Евролиги. Но 15, 30, 100 подобных тренировок, они способны будут изменить результат. Настолько холодно в Питере. Момент такой, что он такой момент остался, ну, хуже не становилось, вот, и мне сделали... Наверное, все-таки я ожидал от похода Кирилла какого-то чуда, что от одного сеанса мне полегчает, поможет и больше не будет беспокоить, но, к сожалению, этого не случилось. Мы с Кириллом делали манипуляции, ну, во-первых, он посмотрел мне колено, во-вторых, там, покрутил меня, повставлял на место то, что нужно было, и направил меня к хирургу московскому, который должен был меня посмотреть и решить, нужно ли вмешательство или нет. Слава богу, до этого не дошло. Вот, ну в итоге мне стало полегче, но не до конца. Описано повреждение, которое по-хорошему не должно давать ту боль, которую ты описываешь.
Но МРТ не может функционально оценить мениск. То есть оно просто смотрит там, ну, разрыв, ну там. Ты ведешь блог? Вот, ты... На камеру не работает. Ага. Он топ за свои деньги, но что-то подвел. Да, не хочет рассказать. Он тут телефон хочет купить новый. Ага. 11-й бро, что ли? Что ли? Что-то Xiaomi. Xiaomi как-то не топ уже. У него камера не работает. Камера не работает. Немаловероятно. Конечно, поездка в Питер была для меня полезна. Это как такой, наверное, один из маленьких этапов восстановления было для моего колена. Потому что после Кирилла мы с Васей посоветовались, что есть еще один человек, который мог бы мне помочь. Вот, в дальнейшем так случилось, но он находится в Москве. Да и в целом я был рад встретиться с Васей. Мы достаточно давно не виделись с ним. Нам было что обсудить и про баскетбол, и за жизнь. Да и в целом я увидел новогодний Питер, потому что это было перед самим Новым годом практически. Подобные встречи на самом деле воодушевляют на что-то больше. И когда у меня люди спрашивают, откуда ты берешь мотивацию, то вот это как раз один из тех источников. Это желание других стремиться к своим целям, работать, чтобы достичь их. И тот прогресс, который я вижу. Все, давай. Пока. Давай. Напиши, когда едешь. Да, напиши, когда едешь. Если вдруг по какой-то причине вы пропустили видео о совместных тренировках с Даней в Пекине в 2018 году, то обязательно советую их посмотреть, потому что это было то наше самое первое знакомство и те наши самые первые 3 недели работы. Всем пока!